Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. 24 мая, 24 год, река Амур, его. Килограмм 8. Нерестовый запрет, рыбачить нельзя. Но нельзя тем, кто рыбу ловит для того, чтобы ее съесть. Крайнее видео выходило 9 марта 2024 года. Стоял лед. История была тоже странная. Я не знаю, что они творят. Вот видите, выходит вода. С той стороны ТЭЦ. Вот она. Там идет сброс. Наверное, оно само сварилось все. И умерло. Но на Амур, если вы на реку выйдете, да, с удочкой, на озеро приедете. На озере даже ездить нельзя. Запрет на лодках двигаться. Вас наизнанку вывернут. Вас и ваши карманы, и банковские счета. Все арестуют. А здесь про запах я вам не могу даже внятно рассказать. И каждый год одно и то же. Каждый год. Амур скрылся месяц назад, этого не было. Ну вот как отмечают отопление на ТЭЦ. Они ночью сбрасывают, видать, излишки до горячей воды. Я не знаю, что там, почему это получается. Но каждый год здесь вот такая вот ситуация. Карась один. Не важно, какого размера штраф. 250 рублей для вас, для рыбаков. Толстолобик 850. О, 850, о, 850. А тут все путем. О, сазанчик тоже 850. Друзья, ну, я думаю, смысла идти дальше нет. Вы сами все можете наблюдать. До конца, вот насколько видит глаз вон до того пирса, можно идти и снимать вот такую вот картину. Прокуратура приезжала, проверяли, никаких нарушений не выявили. Типа это естественный замор рыбы. Интересно, почему она не умерла и не всплыла, когда стоял лед? А эти заморы естественные происходят, когда какие-то происходят движения на ТЭЦ. То они отключают отопление, то понижают температуры. И вот после всего вот этого вот. Кому интересно, посмотрите, за 9 марта 2024 года, ссылочка. Лед стоял, все, во льду было, и горы рыбы. Там, возможно, был, да, какой-то замор, подо льдом она задохнулась. А это просто сварилось. Ну, глядите. Я не знаю, стоит дальше идти, там просто кобзец. Ладно, друзья. Месячник скоро закончится, нерестовый. И через пару недель пойдем на рыбалку. Надеюсь, что-нибудь поймаем, вкусненького и приготовим. Так что все, друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ничего не пропустите. А вот такое безобразие. Ну это же не люди. Это само. Так, а как вот так? Рыбачить нельзя. А вот так вот отравить, сварить тонны рыбы. Очень даже можно. Запросто. И вам за это ничего не будет. Ладно, друзья, все это возмущает, но что поделаешь. Ладно. Поехал по своим делам.